Всем привет! С вами канал Art Mania. И сегодня у нас в видеообзоре такие вот конфетки Hit Mix из магазина Fix Price. Стоили они 55 рублей. Так, вот здесь состав есть. И также их полное название. Это конфеты глазированные. С корпусом, корпусом главное, из мягкой карамели, Hit Mix, с арахисом, со вкусом шоколада, даже со вкусом шоколада, а не с шоколадом. Вот. И также состав, если вам интересно, нажмите стоп и почитайте его. И давайте их вскроем. Здесь у нас 300 грамм. Видите, довольно их много, кстати. Вот так вот они выглядят. Такая упаковка у них красивая. Нарисован как будто здесь этот, похож на батончик такой спортивный. Не знаю, надеюсь, там что-нибудь шоколадное есть. Так, тарелочка. Давайте же ее откроем, посмотрим. Есть. Немножко есть. О, кстати, неплохо выглядит. Здесь вот так вот нарисовано как бы одно. А, там нет картинки. Тут только картинка. То есть вот видно. Либо в разрезанном это виде, не знаю. А здесь вот уже немножко другое. Арахис даже вот тут виднеется. Вот так она выглядит поближе. И давайте же ее попробуем. Вкусная такая, мягкая, нежная, жуется хорошо. Аромат карамели присутствует, аромат шоколада, то есть не шоколад, а аромат шоколада есть. Вот такая она довольно вкусная. Немножко какая-то небольшая кислинка есть. Наверное, это лимонная кислота, добавленная зачем-то. В принципе, кстати, очень-очень вкусно, мне понравилось. Такие они похожи на батончики спортивные, как я до этого, в принципе, говорила, он прям такой очень похож. А здесь 450 килокалорий в 100 грамм. То есть довольно выйдет где-то многовато. Если весь пакет сразу съесть. Очень вкусно, в принципе, можно его даже, мне кажется, с собой брать. В школу ребенку давать. Там, блин, просто там класть где-то. Упаковка, кстати, довольно хорошая, то есть, в принципе, она как фольга, если она, ну, не потекет, короче, она не вытечет у вас неожиданно там в сумочке, это радует. Вкусная конфетка. А также напишите свои отзывы, комментарии под этим роликом в YouTube. Понравятся вам такие конфетки или нет? Чем понравилось, чем не понравилось, мне будет очень приятно, если вы оставите свой отзыв. Вот, а на сегодня это все. Смотрите наши другие ролики, наши влоги, как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем, занимаемся, развиваемся. Также обзоры на технику, обзоры на другие продукты из магазинов Fix Price, Победа, Светофор, из обычных магазинов. Вот, также очень-очень много всего интересного на моем канале. И с вами был канал Art Mania. Всем пока-пока.